Всем привет! Сегодня будем готовить очень вкусный творожный десерт. Делается он за считанные минуты. Ничего варить и печь не нужно. Десерт получается нежным и воздушным. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Очищаем бананы от кожуры. Удаляем темные пятна, если такие имеются. Нарезаем небольшими кружочками. И складываем в миску. Добавляем туда творог, сахар, ванильный сахар. И хорошо взбиваем погружным блендером. Когда масса станет однородной, начинаем порциями подливать молоко до получения нужной нам консистенции. Затем выкладываем десерт в подходящую посуду. Сверху украшаем любыми ягодами или фруктами. Также можно посыпать тертым шоколадом. Вот и все. Быстрый и вкусный творожный десерт готов. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш канал. Чтобы не пропустить следующее видео, нажмите колокольчик. До новых встреч!